Иду смотреть вечерний Тбилиси. Но поскольку камера моя в темноте снимает не очень хорошо, поэтому снимать буду на телефон. Ну, в общем, я просто пойду туда, куда идут все. Куда идет большая часть толпы вот этой. И посмотрим, куда же я приду. В общем-то, я знаю, где стеклянный мост находится. И это вот надо сейчас туда вот или прямо идти, или направо. Направо я ходил уже 2 раза, пойду-ка я прямо. Хорошо поют. Торговля фруктами продолжается вечером. Так, мост мира туда. Нам на мост мира, да. Пешеходка заполнена. В общем-то, зря мы. Ну, зря Анька уехала так рядом, рано. В общем, зря Аня уехала рано. Могла бы пару дней остаться еще. Было бы классно. Отличная улица с музыкой и ресторанчиками. Отлично можно было бы посидеть вечерком. Интересно, что шар подсвечивается снизу. Ну, пойдем на мост мира. Посмотрим на ночной Тбилиси. Моста. А мост еще меняет цвет. И большой воздушный шар сияет, как луна. В общем, ребята, наш
обычного Тбилиси стоит того, чтобы сходить на мост мира. Здесь классно реально. Здесь реально классненько. И посидеть в каком-нибудь хорошем ресторанчике тоже очень было бы приятно. Так что, ребята, два кота с вами не прощаются. У нас будет еще путешествие. Оставайтесь на канале. Ставьте лайки.